Добрый день, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. И сегодня у нас уже, значит, четверг. И я иду по трассе в Польше А2 в сторону Берлина. До Берлина осталось 403 километра. Ну, а там, как говорят, и рукой подать до Бельгии останется совсем немножко, где-то 800 километров, я так думаю. Вот такая вот сейчас история. Ну, пока я вот смотрю, вот много ремонтных работ, и почему-то пияжи, вот первый пияж я проехал, он полностью открыт, и никто не платит. Все проехали бесплатно, как говорится, и я бесплатно проехал пьяж. Вот сейчас мы посмотрим вывеску, я вам скажу, сколько, куда, чего, как. Да, вот прямо идет дорога на Познань. Познань. Здесь все время прямо и прямо. Вот мой компьютер показывает 402 километра. Вот такие вот дела. Ну, в общем, в принципе, дороги в Польшу, вот такие алтаруты, они добротно сделаны, комфортные. И здесь вот ограничение скорости. Я вот смотрю, значит, компьютер тоже показывает, что можно идти со скоростью 140 км в час. Не больше. Вот такие вот для вас новости. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, комментировать, пишите ваши комментарии, спрашивайте. Всем отвечу. Пока-пока.